Электричество в вахтовом помещении дали только 12 января. До этого полгода водители и кондукторы предприятия «Ангарский трамвай» о горячих обедах и светлом чистом туалете могли лишь мечтать. В декабре руководству предприятия удалось рассчитаться с энергетиками. Однако у рядовых работников радости от этого мало. Говорят, неизвестно, что дальше будет. Да кто его знает, как будет. Сейчас видите, какие это самое. Не сунься, везде то увольняют, то сокращают, то еще что-нибудь. Вот все организации по городу, это же вообще маразм идет. Как людям выживать, как людям жить? Зарплаты вовремя не платят, кредиты требуют. Здесь хоть еще зарплату вовремя им дают. Хотя на предприятии и отсутствуют задержки по заработной плате, организация все равно находится в трудном положении. Осенью руководство трамвайного депо вместе с администрацией округа разработали план по выводу предприятия из кризиса. Получится ли его реализовать, пока неизвестно. Яна Попова, Алексей Кусюмов. Местное время.